Главным управлением МВД России по Московской области прошло расширенное заседание коллегии по итогам деятельности в 2019 году. По результатам конкурса «Лучший территориальный орган МВД России на районном уровне», переходящий вымпел и памятный диплом за первое место был вручен Одинцовскому управлению полиции. С успехом одинцовских правоохранителей поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов.